Эй! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Не поверите, что сейчас будет! Не поверите, что сейчас будет! А сейчас мы будем делать фильм про планер Штемми. Сим роликом канал «Мечта летать» открывает серию обзоров о самых лучших планерах планеты Земля. Ну, может быть, немножко самолетов. Самолеты мы чуть меньше любим. Ну, почему бы и нет? Если вы попросите, если будет интересно, все-таки канал больше про парящий полет, но парящий полет требует буксировщика. Так вот, наш волшебный буксировщик, самолет популярный во Франции Робин, он деревянный, кстати, там тут чуть-чуть дерева, чуть-чуть перкаля, чуть-чуть еще чего-то, металла тоже капельку. Очень любят авиаторы этот самолет, не знаю за что. Я про него немножко больше почитаю и обязательно сделаем обзорчик и про эту лапочку. Вас ожидает обзор о самом маленьком и легком планере в мире. Это Spiro Hawk, американский планер, весом всего лишь 70 килограмм. Может быть, мы что-нибудь расскажем про вот этот самолетик, на котором летает жена Клауса. Вот этот планерочек-то намного интересней. Смотрите, какая лапочка, я его-то поднимал сам. А этот самолетик, он приземляется в горах на маленькие аэродромчики. Можно будет делать серию передач «Чудеса нашего ангара». Вот я по ангару на колесе езжу. Меня, конечно, за это надо расстрелять, наверное. Вот это планер Клауса, на котором мы с ним летаем пары иногда. Антарес электрический, замечательный. Про него тоже сделаем обзор. И начнем мы со Штемми. Как многие просили, Штемми. Сделайте обзор по Штемми. Сделайте обзор, что это за прекрасная штука. Сейчас бацаем. Наш Клаус Ольман летал по планете Земля очень много. Летал не только над Эверестом, но и над всякими средиземными морями. О, недавно он, буквально пару дней назад, слетал в Грецию из Франции через Корсику, туда перелетал через море, потом с Корсики до Италии, потом с Италии до Греции и оттуда потом назад. И все это без мотора, представляете? Мотор он использовал исключительно для взлета. Серега приказал, говорит, снимай Штемми. Ну что, снимаю. Смотрите, вот аварийный трап, по которому спускаются... Клаус? Клаус, когда, да, когда погода плохая, Клаус спускается по аварийному трапу. Я подготовился, я читал обзоры крутых блогеров, как работать с камерой, как работать с этим. Потому что до этого, как лох, включил один канал из двух и записал звук, как из жопы. Поэтому, друзья, если вы покупаете дорогое оборудование, благодаря глубоко уважаемым подписчикам, не поленитесь, возьмите, изучите инструкцию и поймите, как оно работает. Иначе даже на очень хорошем оборудовании можно записать совершенно отвратительный звук. Надеюсь, что звук у нас сегодня огонь. Да, Серега? Хрюкни. Вот так хрюкают. Кто свинья? Я свинья. Итак, друзья, вернемся к обзору. Что такое Штемми? Ну ты не ржи, ты во второй микрофон ржешь, и вот это все пишется. Я вообще вспотел, посмотри, мне надо сколошматиться, чтобы я был красивый. Как это? Шутят, что это похож на Большого Лебовски. Я посмотрел фильм, мне понравился чувак. Ладно, подойдет. Можете считать, что да, похож. Так. Итак, друзья, что такое Штемми? Что ты ржешь? Да классно очень, да, все. Классно. Вообще, что такое планер, вы, наверное, знаете, если на канале «Мечта летать» находитесь. Но если не знаете, что планер – это летательный аппарат, который взлетает без мотора. И хоть к нему неуважительно многие летчики относятся, типа, да все, это фигня, там вокруг аэродрома летать и прочее. Ну, рекорд мира на планере 3008 километров. Я лично летаю практически каждый день в Альпах по 8 часов, не используя топливо. Мы путешествуем. Лично я летал на 1150 километров максимальная дистанция. Ну, вот мой учитель как раз на 3008. И это делать легко, это небесные шахматы, это очень интересно и так далее и тому подобное. Единственный недостаток планера, наверное, яркий, то, что он сам взлететь не может. То есть ему для этого нужен буксировщик. Вот, например, такой буксировщик, как наш глубоко уважаемый Робин. И этот буксировщик затягивает планер на высоту там 600-700 метров, отцепляет веревочку. Веревочка тоже где-то тут лежит, но неважно. И дальше планер летит сам. Сколько хочет, пока есть потоки. Если потоков нет, он приземляется или на аэродром другой, или на площадку. Это достаточно безопасно, потому что планер при высоком аэродинамическом качестве, вот у этого там в районе 50 качества, например, может пролететь с 1 метра, с 1 километра высоты, 50 километров дистанции. И найти на этой 50-километровом радиусе
огромное количество всевозможных аэродромов и площадок. Здесь сетка аэродромов такая, что у нас сейчас в 50 километрах 7 аэродромов. То есть если у нас над этим аэродромом было бы 1000 метров высоты, мы можем лететь в сторону любого аэродрома другого или поляны и постоянно, меняя дислокацию, перемещаться, искать потоки, набирать высоту, заправляться топливом. Топливо – это наша высота. И путешествовать по планете Земля. Но для взлета, как я уже сказал, нам нужен буксировщик. Минус-минус. Поэтому у меня, например, планер самовзлетный. То есть в моем планере IG-32Mi, на котором я снимаю все ролики, находится в фюзеляже маленький моторчик, который позволяет мне как взлететь, так и, если нужно, в полете там, в нештатной ситуации, ну, сымитировать заход над поляну, запуститься над поляной и утрахтеть домой, например. Ну или там перелететь в нужное место. То есть мотор некоторым образом добавляет планеру свободу. Но при этом основное время планер летит все равно без мотора на энергии восходящих потоков. Мотор не увеличивает безопасность. Планерист всегда летает так, как будто у него мотора нет. И он всегда летит, имея возможность приземлиться на какую-нибудь поляну. Мотор лишь добавляет удобства. Удобство самому взлетать и удобство, скажем так, не возиться с трейлерами, чтобы вернуться там, когда погода испортилась. А такое бывает, я летаю 1000 часов в год, и за эту 1000 я использую мотор от 3 до 5 раз. 3-5 раз за сезон я нажимаю волшебную кнопку «Пяу», «Запустить двигатель», запускаю мотор, набираю нужную высоту, возвращаюсь на аэродром. Это значит, что я в небесных шахматах проиграл партию небу. Бывает и такое. А если бы мотора у меня не было, я приземлился на поляну, взял бы вот любой из тех замечательных трейлеров, которые, в данном случае мой свой, самый крайний, вот там стоит мой планер, разобрал бы планер в трейлер, и замечательно привез бы его назад на аэродром, собрал бы и летал бы дальше. Это морока. Именно от такой мороки спасает двигатель. Какой же мотор выбрать для планера? Понятно, что легкий. Впервые массово ставить двигатель на планера стали где-то там в 80-х, в конце 70-х, в начале 80-х годов. Ставили обычно, появились первые там Rotex, Bombardier, там двухтактные движочки от снегоходов, их там переделывали там, в авиационную версию, и дальше устанавливали в планер. У меня такой был планер Janus CM, выпуск 88 года, и там стоял двигатель Rotex 503-5C водяного охлаждения. 56 лошадиных сил, прекрасный планер с этим моторчиком взлетал, все было хорошо. Но надо мешать масло там с бензином, вообще двухтактный двигатель — это такая достаточно специфическая штука. На моем текущем планере стоит уже двигатель Ванкеля, он там весь навороченный, раздельная смазка и так далее и подобное, но все равно это некий компромисс. То есть в основном на двигателе такой планер летать не может, потому что двигатель может, но никто из нас не хочет сжечь ресурс, потому что ресурс двухтактного мотора там 150-300 часов до ремонта, на моем межремонтный 150 часов, и если я буду каждый день летать на моторе, то вот эти вот обслуживания через 150 часов достаточно дорогие, они меня без штанов оставят. Но в 1984 году, в моем любимом, и книжка, кстати, есть, 1984, рекомендую, фирма Штемми немецкая решила сделать планер, который будет лишен недостатков классических планеров, дооснащенных мотором. То есть они изначально решили, что пусть это будет планер, но самолет. То есть планер, но с очень хорошим двигателем, который сможет на этом двигателе, там, хочет пилот летать на этом двигателе целый день, да пожалуйста. Хочет он летать как планер целый день? Да, пожалуйста. И изначально вся концепция, вся разработка планера была сделана под то, чтобы получился микс самолета и планера. Реально полноценный, почти полноценный самолет и почти полноценный планер. Почему почти и почти, я вам потом, конечно, в процессе ролика расскажу. А пока о самой идее. А идея была туда поставить нормальный авиационный двигатель. Он тяжелый, то есть до оснащения нормальным авиационным двигателем обычного планера было бы практически невозможно, но если планер сделать изначально под хороший авиационный двигатель, то эта идея играет новыми красками. Был изготовлен планер, вот как он выглядит, и в этот планер был интегрирован двигатель. Как реализована идея интегрировать качественный авиационный двигатель непосредственно в планер? Как вы видите, прям в рама, сварная рама, и в нее аккуратно вставлен двигатель, в данном случае это Rotex 914, а изначально ставились двигатели Limbach 2400L. Двигатель Limbach слабоват для планера весом взлетным 850 кг, все-таки маловато было ему параметров для взлета и так далее. То есть он взлетает, но с Rotex 914 машинка бегает значительно веселее.
Встроить двигатель — это еще, как это, полбеды. Двигатель поместился, аккуратненько вписался. К нему, конечно, доступ, как вы видите, такой... Ну, дай мне одну камеру. Как вы видите, доступ ко всем агрегатам этого двигателя такой весьма веселенький, да? Вот Клаус, как он здесь? Я вот сейчас покажу вам, как Клаус ремонтирует свой планер. А! Ой, ай-яй! Ай-яй! Вот так вот полезешь. Вот видите, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта, как страдать приходится. И вот я сейчас, как настоящий боевой механик, имею возможность дотянуться до того болтика, до сего болтика, понюхать систему выхлопа. Масло тут есть, сейчас на меня еще капнет. И вот так вот все это выглядит. В принципе, я не скажу, что прям совсем уж катастрофа. Что-нибудь открутить здесь, но понятно, что, как и любое компромиссное решение, оно компромиссное, это не так шикарно, как в любом самолетике. Ты там раз подошел к капоту, открыл этот капот и к любой гаечке подлезть. Здесь, конечно, как говорил мой копайлот Матуза, который делал кунилингус в «Принцессе». Наш планер зовут «Принцесса», он менял ей свечи. И выглядело это... Вот нет, такое надо вставлять нельзя. Компоновка, конечно, не идеальна с точки зрения обслуживания двигателя. Как вы видите, доступ такой непростой, но вполне реальный, рабочий. То есть, я же говорил, что это компромисс. То есть компромисс планера и самолета. Вот в данном случае один из недостатков компромисса – это сложность доступа ко всем системам и агрегатам двигателя. О моторе я еще не рассказал. Rotax 914 охлаждается с помощью воздуха, который идет вот на вот эти радиаторы. Тут стоят дефлекторы. Все это сильно продумано. Нормально, мотор действительно не греется. 914 – это Rotax турбированный. И турбина позволяет ему иметь очень хорошую высотность. Вот этот планер может летать до высоты, как самолет, до высоты 9800 метров, по-моему. Клаус на нем летал над Эверестом, летал не только на восходящих потоках, но и когда делал съемку 3D-местности, много летал и просто с мотором, исключительно для безопасности, потому что аэродром посадки, я, кстати, там летал на параплане, был Похора, и Похору обычно во второй половине дня отсекало огромной пеленой облаков, и приземлиться безопасно было достаточно сложно, ну, в планерном режиме, поэтому Клаус обязательно на возвращении запускал двигатель и искал окно, где через облака пройти, опускался. То есть тут вопрос, вот это, конечно, наличие двигателя в данном случае с экспедиционной точки зрения, конечно, повышает безопасность в разы. Но вернемся к конструкции. Турбины-то нет. Турбина должна быть, я про нее рассказываю. Вот видите, от нее остался только вот заткнутый дырочку фланец. Клаусу категорически не везет с турбинами, и крайнее его приключение турбинное, это когда он летал вот как раз на Эверест, на экспедицию. Он летел, кстати, отсюда, с нашего аэродрома, через полпланеты, там, через Персидский залив. И вот там он приземлился к какому-то принцу, и у него развалилась турбина. За ужином принц спросил Клауса, почему ты не весел, ну, не бодр и так далее. А Клаус говорит, да, вот что-то экспедиция моя застревает, потому что турбину из Германии ждать 7 дней. Принц говорит, как 7 дней? Ну-ка вызвать моего самого главного визиря. Визирь пришел, он говорит, у нас есть вообще самолеты с таким мотором? Есть. Чей? Вот этого. Реквизирую. Дальше с мотора сняли турбину, попереставили Клаусу. А владельцу самолета, я так понимаю, купили новый мотор. В общем, все хорошо. Так что, ну и опять турбина сломалась. Это уже вот как раз Персидского залива. Турбина, видимо, приказала дорого жить. Клаус меняет, ставит следующую. То есть, видите, вообще наличие мотора – это всегда некий, извиняюсь, геморрой. То есть вот всегда что-то нужно делать. Чистый планер летает без этой штуки. Но, как вы слышали, да, там надо иногда с прицепом ездить на площадку, ну и так далее. Ну и нельзя взять, например, на планере махнуть отсюда и сразу там в сторону Непала полетать над Эверестом, просто вот путешествовать. То есть этот планер, летающая лаборатория, прекрасен просто для путешествия. Я с удовольствием буду на таком летать. Потому что мой друг Томас такой купил, ну, помимо Клауса, Клаус иногда берет с собой, а еще Томас, сейчас он починит планер, мы обязательно из Литвы сделаем перелет сюда, во Францию, потом назад, и будем вам снимать контент, как это было. Так что, как там это, шутят все, побрымкайте колокольчиком, почешите лайки, в общем, короче, знаете, что делать. Интегрировать двигатель, планер, друзья, это половина дела, а вторая половина – это передать крутящий момент с двигателя непосредственно на винт. И вот как решено это в штемме. Решено достаточно оригинально. Через муфту демпфирующую, через карданный вал. Тут кардан такой многокарданный. Вот он здесь проходит.
замечательно. И уходит, уходит, уходит между ног пилота. Точнее, не между ног пилота, между двумя пилотами. Я здесь пилотов-то два. Он уходит, опа, вот сюда, на винт. Винт у нас раскладной. Вот так выглядит его лопасть. Раскладывается он за счет центробежных сил, естественно. И если на кардан у нас высокооборотистый, то есть с мотора напрямую, без всякого редуктора, в крутящий момент идет на редуктор, который расположен как раз вот здесь, в передней части. И, собственно, винт уже вращается на меньших оборотах, то есть есть понижение. Зачем сделано так, почему не разместить редуктор рядом сразу с двигателем? Дело в том, что тогда придется передавать большой момент, то есть мы можем передавать на высоких оборотах маленький момент или на низких оборотах большой момент. То есть если бы момент передавался на низких оборотах, то есть пришлось бы кардан делать более массивный, тяжелый, мощный. Вот, а он и так достаточно сложный. Передача в авиации вращающего момента довольно сложный процесс, просто потому что, ну, понимаете, что трубочка, передающая момент, ее пытается постоянно, она работает на срез. Плюс, если она очень длинная, то есть любой карданный вал при определенной длине, у него существуют небольшие отклонения, и он просто начинает вибрировать. То есть там сложнейшая балансировка. Поэтому, конечно, там любой такой карданный вал делается с помощью нескольких, то есть здесь в данном случае несколько, получается, карданок соединенных. Муфты всевозможные. То есть вот эта передача крутящего момента, то, что двигатель в данном случае не в носу планера, а в центре масс под фюзеляжем, оно создает, ну, это единственный способ нормально, красиво разместить двигатель в такого типа планере, но этот способ создает массу неудобств. И вот это вот как раз вся система карданов, вот этот редуктор является такой вот, наверное, с одной стороны вершиной инженерной мысли, с другой стороны такой болевой точкой Штемми, потому что все это сложно, это достаточно дорого, и это еще и дорого в обслуживании. Периодически Клаус снимает всю эту конструкцию, отправляет на завод, там что-то делают, ремонтируют, балансируют, он плачет достаточно большое количество денег. Поэтому владение вот таким вот планером – это приличные финансовые расходы. Все вышеперечисленные сложности можно отнести к таким небольшим недостаткам, которые, наверное, тоже есть там у всевозможных самолетов. Но недостаток, сложность конструкции с легкой компенсируется возможностями этого мотопланера. Потому что, ну, представьте, что на нем можно отсюда взять и долететь до Непала, как на самолете. То есть это полноценный в данном случае самолет. Ой, так Серега шутит, так складываются лопасти у Штемми. Немножечко о габаритах. Итак, размах крыла у этого красавца 23 метра, длина фюзеляжа 8,5 метров, вес пустого там 600 с небольшим килограмм, взлетный вес 850 килограмм. И, наверное, самый все-таки впечатляющий, конечно, момент именно с размахом крыла. То есть зачем такое длинное крыло нужно планеру? Ну, очень просто, для того, чтобы у него было высокое аэродинамическое качество. То есть длинное крыло позволяет уменьшить перетекание с нижней поверхности крыла на верхнюю и образование вот этого концевого вихря. Тут даже, видите, винглет есть такой маленький. Вот этот вот концевой вихрь на планере образуется на вот таком длиннющем крыле. И, соответственно, индуктивное сопротивление, которое при этом получается, оно небольшое. Вылизанность форм, вот эта вот вся вот аэродинамическая красота позволяет достичь совершенно фантастического аэродинамического качества там, в районе 50 единиц. То есть вы можете себе представить, что с одного километра высоты подобный планер может пролететь 50 километров. И, например, для того, чтобы перелететь Средиземное море с Италии в Грецию, Клаус набирал высоту 8,5 километров. И без двигателя перелетел море Средиземное и попал в Грецию. Представляете, какая вообще волшебная штуковина? Получившееся аэродинамическое качество – это как раз уже достоинство планерной части нашего гибрида. То есть вот это планер, причем планер очень высокого качества. Однако, как вы понимаете, ничто не проходит бесследно. И минусом планерной части Штемми является, собственно, как раз вот этот вот огромный размах крыла. То есть 23 метра на модели S10. S12 появилась в 2015 году моделька, и она отличается там чуть большим размахом. Ну, примерно все то же самое, но крыло уже 25 метров, а не 23. Ну, и аэродинамическое качество немножко побольше. Чуть-чуть пошире колея вот этих шасси. Там есть вариант, кстати, и под эту версию, под ту, больше пневматики.
для того, чтобы можно было там замечательно садиться на более плохой грунт и так далее и тому подобное. Так вот, о недостатках. Длинное крыло требует очень такой яркой, мощной работы рулем направления. Сейчас вам попытаюсь объяснить. Видите, достаточно развитый руль направления, и управление рулем направления идет классическим образом с помощью педалей. Открою простую истину, размер имеет значение. В данном случае для планера, как вы поняли, чем длиннее крыло, тем выше аэродинамическое качество. Почему его не делают бесконечно длинным там? Ну, потому что чем длиннее крыло, чем оно тоньше, тем требуется больше материалов, прочности для того, чтобы обеспечивать его жесткость, устойчивость платформатору, ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть, ну, чисто технически сначала сложности. А вторая сложность, самая яркая, сложность пилотирования. Сложности пилотирования планера с длинным крылом возникают на разворотах. При выполнении разворота, когда планер наш движется по вот такой вот спирали, у нас получается, что вот это крыло движется медленнее, а вот это крыло движется быстрее. Возникает на этом крыле дополнительная подъемная сила, которая приводит к тому, что планер пытается увеличить крен и уйти в глубокую спираль. Работать приходится ручкой против крена. Чем длиннее крыло, тем этот эффект более выражен. А ролик про глубокую спираль я ссылочку сброшу. Посмотрите, не буду грузить в этом обзоре. Ну, поймите, что просто поверьте, что планер с длинным крылом пилотировать сложно. Вот на моем планере крыло 20 метров, тоже чувствуется, на этом 23 тоже чувствуется, а если 25, еще чувствуется сильнее. То есть этот планер, ну, совершенно точно не для новичков. Просто потому, что он, как планер, он достаточно сложный из-за большой длины крыла. Ну и вторая проблема планера с длинным крылом, ну, помимо глубокой спирали затягивания, там, естественно, там способность уходить в штопор при ошибках со скольжением, хотя штемме надо дать должное, там штопор не валится, он сделан хорошо, красиво, замечательно, то есть свалить его можно, но никаких таких тенденций у него нету. И, наверное, больше специфика в пилотировании, то чтобы достичь хороших характеристик у планера, нужно его пилотировать, чтобы не было там скольжения. Как раз в ролике про глубокую спираль все это объясняется. Ну, просто, опять же, еще раз поверьте, что справиться с планером с длинным крылом тяжелее. Новичок на это, ну, наверное, не способен. И поэтому планер будет всегда лететь как-то чуть боком, чуть раком, чуть криво. На посадке будут некоторые сложности, 23 метра, извините. Поэтому этому всему нужно учиться и подумать, ну-ка я вот сейчас первым планером рубану-ка себе штемми сразу, конь-огонь, там, на всю жизнь. Научитесь летать, налетайте минимум там часов хотя бы 500. После этого, ага, ну ладно, хотел штемми, я его куплю. Вот это первый совет. Купите только когда умеете летать. Учиться летать на штемме, это, знаете, вот это как купить микроскоп и садовую скамейку им сколачивать. Примерно то же самое будет. Еще одна сложность, друзья, длинного крыла – это хранение в ангаре. Как вы видите, наш замечательный планер занимает фактически весь ангар. То есть вот одна половина, а вторая половина вот там, далеко. И я могу сказать, что там между стеной и законцовкой, по-моему, метр-полтора. Все, то есть вот весь ангар, вся огромный, весь пролет большой, он вот занят этим огромным гигантским планером. Такой ангар содержать дорого, и не тяжело найти, и места занимает много, и неудобно. Поэтому вот здесь сделан разъем технологический. И крыло, вот эта консоль, она на специальном таком шарнире складывается вот так вот. Можно сложить и, или, по-моему, она назад складывается, я уже не помню куда, то ли, по-моему, назад, да. И дальше это становится совершенно компактной конструкцией. Получается размах 11,5 метров. И вот уже с 11,5 метров это, ну, почти там классический обычный самолет, там, ну, может быть, чуть с более длинным крылом. То есть все в порядке. То есть он уже и в ангаре компактно хранится, и на нем можно подъехать на заправочную станцию на аэродроме. В общем, все что угодно. То есть вот этот вот момент, он решает все проблемы этого планера с хранением. Друзья, нам повезло. Приехал сам Клаус Сольман, и он сейчас будет вам... Сейчас разгонит все самолеты, мы штемми выкатим на улицу и еще поснимаем немножечко. А сейчас я вам покажу кабину планера. Итак, смотрите, тут все как раз удачно разобрано. Я специально снял вот эту вот красивую облицовочку, чтобы вы могли все эти потроха видеть, как это вообще все устроено. Нам уже есть возможность посмотреть, как это в реальности. Вот, кстати, карданный вал, который идет на редуктор. Он даже виден хорошо. Итак, приборная панель у нас, вот это вот стоит авиагоризонт у Клауса, не столько для полета в облаках, у нас визуальные полеты, сколько для безопасности, чтобы если уж вдруг получилось, нужно пробить
облачный слой можно использовать. Это планерный прибор LX9000, очень удачный. Позволяет и навигацию вести, и там треки свои смотреть, потоки, почему очень сильно помогает пилотам. Все связанное с планерной частью. Барометр, указатель скорости, высотомер. Это вся система общения с диспетчерами. И транспондер, радио и так далее. Здесь у нас указатель трафика планерного, так называемый фларм. И приборы контроля двигателя все. Многие говорят, что там глаз-кокпит, как что-то некрасиво, надо вот эти все будильники менять на электронику. Могу согласиться с тем, что, наверное, вот эту часть, да, удобнее было поменять на один электронный прибор контроля двигателя, и все было бы красиво. Консерватор, я не люблю глаз-кокпит, сразу вот как только какой-нибудь обзор кто-то делает, эти вот прожженные летчики, у нас глаз-кокпит, только так надо. Планер – штука, которая может летать без электричества. У вас нет двигателя, у вас сели батарейки или еще что-нибудь. Солнечные, кстати, батареи есть сверху. Вот они, например, для зарядки всего. Все это есть. Но, поверьте мне, бывают ситуации, когда просто вот так случилось, что нет электроэнергии. И тогда вот эти все будильники, которые так ненавидят Риэл сейчас современный авиатор, они говорят, да вы че, вот это будильники, да это такое-то убогое говно вообще. Ну, я предпочитаю иметь и электронику цифровую, то есть кусочек глаз-кокпита и кусочек олдскул, то есть хотя бы указатель скорости, вариометр, высота не нужна. Но у меня механически всегда в планере будут, пока я летаю. По поводу глаз-кокпита могу рассказать интересную историю. Мой друг Сергей хотел купить планер «Ламбаду» и советовался с коллегой, которому продавал. Что ставить? И тот ему, да ты что, дурак, вообще сейчас никто в жизни не ставит на самолеты ничего, кроме глаз-кокпита. Только там лохи ставят эти будильники. Ну, Сергей резонно говорит, слушай, ну я там планирую летать как планер, там глушить мотор, там мало ли что, там батарейка, еще чего-то. Пусть будет там пару механических приборов. А я ему сказал сразу, то есть ты ставь вариометр и указатель скорости механику, а остальное можешь напихать там как раз этого стекла. Мы категорически яростно поспорили с этим человеком. То есть он утверждал, что все-таки должно быть одно стекло. И его «Ламбада» была так и оснащена. То есть нам не было ни одного механического прибора. И однажды, буквально через пару дней после нашего спора, они полетели, и у них заглох двигатель. Ну, просто там что-то случилось, заглох мотор. И друг Сергея пытается завести двигатель, напряжения не хватает, гаснет все эти вот приборы, панели, ничего не показывает, ни вариометра, ни скорости. В общем, все, вот пусто, все гаснет, а была проблема как раз с батареей. И планер, в данном случае «Ламбада», ставшая планером, она уже летит, а это мотопланер, летит как планер, и нужно дотянуть до аэродрома. Они, в принципе, дотягивают, если грамотно полететь. И Сергей, у него был с собой прибор парапланерный, который позволяет в планере там вариометром работать. Он с этим приборчиком под группой облачков так прыг-прыг-прыг, сколько доскакал до аэродрома. Все это время владелец «Ламбады» пытался тщетно завести мотор, ну и, скажем так, паниковал. И как раз этот случай показал ему, что, во-первых, преимущество высокого аэродинамического качества, они дотянули до аэродрома, нормально приземлились, а во-вторых, то, что все-таки при отсутствии электричества на борту по какой-то причине, ну, должна быть хотя бы парочка механических приборов, таких простых, как вариометр, скорость. Внутри мы наблюдаем классический планерный шмурдяк, то есть, как вы видите, у Клауса курточки всякие там, вот все разбросано, это нормальное состояние планера, на котором реально летают, а не на выставках показывают. Ну, естественно, к полету все готовится. Видите, какие-то у Клауса варежки серьезные. Кислородное оборудование, два баллона, дублированная система, два прибора вот таких, дозатора раздельно стоят. Вот как раз туннель, где у нас карданный вал проходит. Интерцепторов ручка. Ручка управления, соответственно. Это у нас закрылочки стоят. Можно ставить разные позиции. Ну, так все просто. Вот это самая главная, наверное, ручка. В данном случае это втулка винта втянута. Видите, кстати, нельзя, например, дать газ. Рудом нельзя пользоваться. Чтобы привести винт, запустить двигатель, нужно сначала толкнуть ее вот вперед. Когда мы толкаем ручку вперед, отходит вот этот вот кок вперед. И освобождается место для того, чтобы наружу вышел винт. И мы могли завести двигатель и лететь уже как самолет. Вентиляция, как выглядит, видите, подается такой сосочек. Все достаточно красиво, видно педали. И две таких чашки. В этих чашках положение
такое полулежачее. Вы фактически в этих чашечках не только сидите и лежите. Вот индивидуальный парашют, один, там второй, если два человека летают. Кислородное оборудование, два баллона с кислородом. Кстати, Клаус все выдышал. А Елена закрытая, ну-ка. Ну да, нету кислородика этого Клауса. Все. Выдышал все. Два мощных баллона. Так как Клаус любитель летать по волнам, то скажу я вам, кислородик он просто в трубу выдышивает. Ну, в себя, правда. Нам осталось немножко пробежаться по конструкции планера. Про двигательную установку, кстати, вот Клаус ее закапотировал, я все рассказал. Про винт тоже. Шасси у нас двухстоечное с относительно узкой колеей. Уборка шасси производится с помощью электричества. Тут на панельке стоит тумблер, который щелк, и убираются шасси. Крыло у нас из стеклопластика, углепластика, то есть композитный материал, классическое планерное крыло. Находится массивный лонжерон. Здесь у нас находятся воздушные тормоза-интерцепторы, которые выходят и создают дополнительное сопротивление, чтобы планер мог приземлиться, потому что если попытаться приземлить этот планер без воздушных тормозов, ну, это практически невозможно. Он с метра будет лететь 50 метров, и вы будете пролетите благополучно всю полосу аэродрома. Поэтому для посадки используются воздушные тормоза. На крыле расположены горловины двух баков. Каждый из них по 60 литров. Есть две модификации 45 литров и 60. Ну, Клаус, естественно, выбирал самую большую модификацию с учетом его намерения. Сверху расположены солнечные батареи, которые полностью обеспечивают питание планера, когда у него не работают двигатели, не работают генераторы. То есть, когда есть солнце, его полностью хватает. Есть, естественно, буферный аккумулятор, который, опять же, вот мой планер вот там стоит, и он вечером с утра заряжается так, что мне на весь день хватает, даже там бывает пасмурная погода, когда-то еще что-то. Но вот этих солнечных батареек небольших вполне хватает для того, чтобы никогда не использовать внешний источник энергии для зарядки. Это очень удобно, скажу сразу. Это очень дорого, но это очень удобно. Планер, кстати, у нас оборудован для ночных полетов. Есть все необходимые огни. Впереди есть авиагоризонт, и он позволяет Клаусу спокойно заходить в аэропорты и приземляться ночью. У Клауса есть, опять же, рейтинг для ночных полетов. Фюзеляж тоже изготовлен из композита, то есть везде здесь стеклоуглепластик, Т-образное оперение, опять же, композитное. То есть это классическое планерное решение, формовка из композиционных материалов. И ферма. Фюзеляж в виде, в данном случае, фермы, вот этот кусок выполнен, в который расположен двигатель. Кстати, выхлоп двигателя у нас. А здесь опять же пошел пластик. Находятся точки приема воздушного давления. Здесь тоже тубочка вставляется. Ну, видите, крепление для камеры GoPro. Поворотное заднее колесо, чтобы можно было спокойно рулить по аэродрому. Ну, как это сзади выглядит. Конечно, кажется, как же так несуразненько. Две таких маленьких стоечки, такие два огромных длинных крыла. Но мы же планеристы как-то справляемся. Мы вообще на велосипедном шасси в основном летаем. Вон как планер стоит. Вот классическое велосипедное шасси одноточечное. Можно ехать по аэродрому, не роняя крыло. Я часто это делаю. Я подъезжаю к собственному прицепу, вообще не уронив крыло. Поэтому никаких проблем ни с заходом на посадку, ни с движением по аэродрому нет. Ну, разве что на аэродромах, которые как-то так оборудованы, что может длина крыла мешать. Пилотирование летательного аппарата с таким размахом, ну, само по себе такое вот дело ответственное. Тот же заход на посадку в боковой ветер производится без скольжения, а пилот компенсирует снос ветром курсом. То есть есть своя специфика, ей учат, любой планерист, более-менее летающий, ее знает, поэтому для пилотирования вот этого почти самолета и почти планера вам, конечно, необходим планерный опыт. Если у вас есть самолетный, вам обязательно нужно получать планерный. Если у вас есть планерный, ну, вы, значит, должны получить самолетный. Потому что это самый замечательный гибрид планера и самолета. Штемми S10. У нас гроза, валит жуткий дождь. Нам пришлось закатить планер в ангар. И интервью с Клаусом мы брали уже в ангаре. Получилось красивое длинное интервью. Я думаю, что
всем понравится. Но для тех, кому лень смотреть интервью на английском, я сделаю, наверное, короткий итог. Просто что Клаус рассказывал про планер и просто рассказать про преимущества, наверное, недостатки Штемми. На мой взгляд, Штемми великолепный планер для какой-то такой именно своей ниши. Какова эта ниша? Это возможность совмещения преимуществ самолета и планера. То есть это вполне себе полноценный планер. Как я говорил, небольшие недостатки его только в том, что он требует достаточно точного пилотирования. Он, не сказать, что он капризный, но чтобы хорошо летать на Штемми, нужно хорошо летать на планере. И когда у вас это есть, у вас получается планер с возможностью проходить с 1 километра высоты 50 километров дистанции. Возможность летать целый день без двигателя и пересекать таким образом огромные расстояния. Вот Клаус конкретно на этой модели летал в Аргентине там 2400 километров. И на нем он недавно слетал с нашего аэродрома морем до Греции. Причем кусок от Италии до Греции морем был больше 300 километров, и Клаус набирал 8000, по-моему, 800 метров, как планер, для того, чтобы без двигателя пересечь это огромное водяное пространство. То есть вот это стихия Штемми. Это летающая лаборатория для исследования неба. То есть и возможность полноценно использовать двигатель – это просто расширение границы возможностей. Клаус только что рассказывал про свое путешествие в Грецию, и назад он возвращался, ему пришлось… Ну, он хотел возвращаться, естественно, как планер было, потому что настоящий планерист на моторе летать долго не будет, это скучно. Но вот у него получилось возврат 4 дня, туда он летел день, а назад получился такой большой крюк, плюс он, видимо, там посмотреть что-то хотел, он еще расскажет, мы у него сейчас будем интервью по этому поводу брать. Но я так понимаю, что был кусочек с плохой погодой, ему пришлось между двух огромных гроз лететь, и он летел на, как самолет, запустил двигатель, быстренько пролетел кусок с плохой погодой и на следующий день наслаждался парящим полетом. То есть именно вот это вот сочетание параметров, то есть это офигенный планер, и это совершенно, ну, не сказать, что он идеальный какой-то, но вот его самолетные характеристики нужны, наверное, именно для подчеркивания возможностей планера. То есть это, на этом, ну, на самолете летать скучно, вот, ну, вот это лично мое мнение, поэтому вот на этой штуке летать, если вы захотите купить ее просто как самолет, это будет бесконечной глупостью. Это не самолет, это планер в основном, у которого есть шикарный мотор и который может очень хорошо летать как самолет. То есть на нем можно реально взять, там заправить баки здесь по 60 литров, 2. То есть если мы заправляем 2 бака, мы можем пролететь там в районе 1400, ну, написано 1800, но на самом деле где-то 1400-1600 километров можно пролететь только на моторе. Спортсмены-планеристы иногда критикуют Штемми, типа это там не настоящий планер, он уже не попадает ни в какой класс, это вообще что-то такое, там летающая корова, не то, не сё. У него, видите, параллельная посадка пилотов, поэтому мидель достаточно широкий у фюзеляжа, и немножечко это, ну, не классическое такое тандемное расположение пилотов, как, например, в планере, на котором летаю я на Шлякере 32-м. Ну, это как с одной стороны минус, так с другой стороны плюс, потому что параллельная посадка, конечно, немножко вредит аэродинамике, и с точки зрения планера это может быть не совсем удачно, потому что возрастает сопротивление. Но, к сожалению, по-другому было бы практически невозможно реализовать из-за того, что здесь между пилотами, по сути, проходит вот этот карданный вал от двигателя в центре масс до винта, который в передней части фюзеляжа находится. Плюсы параллельной посадки. Кто-то скажет, что, например, можно более там ярко общаться. Кстати, были любители самолетов, которые критиковали планера, говорят, как это, когда тандемная посадка один за другим, как не дотянуться, там, не сексом в кабине заняться, что это вообще, зачем такой самолет или планер нужен, это вообще бред какой-то. Ну вот, поэтому вот здесь как раз все хорошо, то есть тут видите, как сколько места, можно трогать там девушку за коленку и так далее. Был, кстати, незабываемый случай. У меня один знакомый купил планер с параллельной посадкой исключительно для того, чтобы... Я говорю, зачем? Он говорит, да вот у меня была мечта жену за коленку трогать. И вот это ради этой мечты он купил такой планер, а потом, бац, жена с ним летать не захотела. Ну и, собственно, дальше что? Начал летать, трогал девушек за коленки, развелся, покатился по наклонной. Поэтому... Это опасный планер, смотрите. Но с точки, вот как самолет, как средство для длинных перелетов,
когда вот ты летишь рядышком, можно там один пилот летит, второй, какие-то карты показать, как-то поулыбаться друг другу, еще чего-то. То есть, конечно, честно скажу, что вот когда ты сидишь в раздельных кабинах, как на моем планере, ну, и к этому я уже привык, но, наверное, вот так летать тоже достаточно прикольно, потому что я летал на самолетах, когда рядышком сидишь и летишь. Ну, это забавно. Это вот более живое общение, то, что ты видишь собеседника. То есть Серегу-то я тоже вижу, когда он в передней кабине. Ну, я-то его вижу, а он, чтобы меня видеть, должен повернуться, и тогда никто не видит, кто летит вперед. Полкова видишь, не видишь. Да, я не вижу, а он есть, да. Так что я, наверное, считаю, что параллельная посадка в данном случае – это больше достоинство. И критикующие эту посадку пилоты, ну, там, типа, там, несимметрично, ты не видишь, как нитка правильно, еще что-то, ну, вот, ко всему привыкаешь. То есть давайте искать положительные стороны. То есть я вот здесь нахожу только положительную сторону. Это возможность более, наверное, как сказать, правильного общения. Интересным, кстати, в этом интервью оказалось то, что у нас с учителем и мысли сходятся. Когда я начинал снимать ролик, я рассказывал вообще о преимуществах летательного аппарата с двигателем, то есть почему хорошо, когда есть двигатель. И Клаус в первые минуты своего интервью как раз и рассказал тоже, что то же, что я сказал, что наличие двигателя позволяет убрать вот эти вот проблемы с посадочными площадками, с добираниями с другого аэродрома, если вдруг погода кончается. То есть ты получаешь свободу. Это не значит, что ты летаешь не как планер. То есть вот ошибкой, когда там пилоты, вот настоящие планеристы такие, рел, они там, ну вы чё, у вас мотор есть. Да вы чё, да вы не планеристы, да вы там это вообще там извращенцы. Один там итальянец говорил как-то, ты у тебя есть мотор? Да как же ты летаешь? Я говорю, так отлично. Так у тебя же, ты же ничего не боишься, у тебя есть мотор, ты всегда там куда хочешь долетишь. Как же так можно летать? У тебя же никогда очко лом не перекусывает. Я говорю, ну да, но мне так нравится, зачем это нужно, зачем вот это напряжение избыточное. Хорошего планериста наличие мотора не должно превращать в самолет. Планерист все равно летит так, как будто мотора нет, когда он летит без мотора. То есть у нас философия такая, мы летим, всегда имея посадочную площадку, потому что именно так интересно. А дальше, если у нас не удается найти следующий поток, мы просто рассчитываем посадку на некую площадку, и над этой площадкой запускаем двигатель, и на нем возвращаемся домой. То есть игра закончена. Но это я уже говорил, просто повторю еще раз. Настоящий планерист никогда не полезет в то место, где запуск мотора будет производиться в месте, где нет возможности приземлиться. То есть в этом случае мотор запускается до такого места. То есть нельзя лететь туда, вот типа, вот я тот лесочек залечу, и если вдруг что, я там моторчик чпунь и улечу оттуда. Нет, вот это категорически нет, потому что если у вас уже работает двигатель, то как бы это все нормально. А вот запуск двигателя – это процедура, которая особенно в какой-то стрессовой ситуации дает возможность сделать ошибку, совершить. И его не пускают в стрессовую ситуацию. Мотор пускается в спокойной ситуации, когда мы летим, видим поляна, я сюда приземлюсь на дне, я запускаю мотор, возвращаюсь домой. Именно так. Если нам хочется полетать на моторе, то мы запускаем мотор нормально над поляной или там над аэродромом, или вообще его не глушим. И вот на этом планере летим, как на самолете, без всяких проблем. Некоторые считают, что очень частое заблуждение яркое в том, что вообще полет на планере более опасен, чем полет на самолете. Особенно там в горах, где нет посадочных площадок. Как вообще в горах летаете? То есть вот это же планер, на нем надо летать. Вот Клаус, опять же, в интервью говорил, что его стихия – горы. Он любит горы и вообще живет в горах и в небе. И в горах на планере летать категорически более безопасно, нежели на самолете. Почему? Объясню. Потому что, во-первых, вы летите все равно по тому же принципу. Всегда долетать до посадочной площадки или до аэродрома. То есть ничего не меняется. И не долететь до посадочной площадки вам ничто помешать не может. Просто потому, что у вас нет мотора, вам нечему, там нечему ломаться. Вы летите всегда так, чтобы долететь. Помогает этому как раз высокое аэродинамическое качество. То, что 50 километров вы можете пролететь с километра высоты. И вы летите по вот этим конусам в горах, там мы забираемся на высоты 4-5 километров, 3. И вот с этих высот мы рассчитываем всегда вылет куда-то. И в этом случае мы не зависим никоим образом от двигателя и от количества топлива на борту. Самолет же, забираясь в такие горы, он автоматически попадает в зоны, где если у него встанет двигатель, он до аэродрома уже не дотягивает. То есть одномоторный самолет в горах опаснее планера. Просто потому, что если что-то произойдет, а произойти можно, с техникой произойти может всегда, двигатель может встать, это механический аппарат. Двигатель встал, и все, и дальше ты долететь никуда не можешь. Конкретно на этом планере есть интервью с Клаусом, где он рассказывает, как на этом планере в Непале у него замерзло масло, и давление ноль показывало, то есть двигатель не смазывался.
И он заглушил двигатель, все. То есть, а он там на высоте Эвереста, там как раз было холодно, из-за чего все, собственно, масло и замерзло. Ему пришлось возвращаться на аэродром, только не на свой. То есть аэродром, куда он обычно в Похоре приземлялся, был закрыт облаками. Он обычно заходил под облака на моторе и приземлялся. Но в такой ситуации, как планер, он это не решился. И он посмотрел, что он спокойно доходит до аэропорта Катманду, куда спокойненько полетел. На качестве, то есть в данном случае вот это наличие огромной высоты и высокое аэродинамическое качество позволило ему там пролететь 150-200 километров лишних и спокойно приземлиться на другом аэродроме без риска. При этом он, когда прилетел на аэродром, там заходило несколько самолетов коммерческих, Боингов, и там руководитель полетов говорит: «Ой, извините, а я вас там могу, там после двух». Он говорит: «Да можете хоть после пяти». Там был небольшой склон, Клаус нашел поток, спокойно ждал, как планер, пока там все приземлятся, моторная авиация, все приземлится, и потом спокойненько зашел безмоторный летательный аппарат, у которого по определенной причине не работал двигатель. Ну, на этой высоте, скорее всего, масло бы отогрелось, и все было бы нормально, но Клаус уже не запускал движок, мало ли что случилось, зачем его запарывать. И он приземлился, как планер. Вот, это именно та причина, по которой планер безопаснее в горах, чем самолет. Это совершенно однозначно. Я готов спорить там на что угодно, что вот планер безопаснее самолета в горах. Если планерист мыслит как планерист, именно летит как планерист, правильно. И если у кого-то из вас есть, наверное, способность, мечта какая-то, вот купить такое, я, наверное, советую и рекомендую, потому что это очень... Если вас тянет и самолет, и планер, и хочется компромисса какого-то, наверное, это лучший выбор. Потому что на нем можно совершенно полноценно летать, как на самолете. Я бы такой себе, наверное, не купил, потому что тяжело потянуть обслуживание. То есть он достаточно дорог в обслуживании. И, собственно, сама стоимость летательного аппарата высока. И, опять же, его тяжело возить в прицепе, загружать самому, разгружать. То есть для этого куча есть всевозможного инструмента, есть специальный прицеп, но, опять же, очень дорогучий, с кучей дократов гидравлических, еще чего-то, чтобы вот это все разобрать, засунуть в прицеп, куда-то ехать. Ну, мне хочется, наверное, чуть-чуть больше вот этой мобильности и свободы для путешествий, поэтому я выбрал себе Шлейхер SG-32Mi, но при наличии своего ангара, например, какого-то аэродрома базирования, еще чего-то, когда вы не будете разбирать это периодически в трейлер, это совершенно отличный выбор. Или если, например, вы хотите более активно использовать возможности планера для исследования неба, то это, опять же, тоже хороший выбор. Можно там летать на таком, на Камчатку, не знаю, на Сахалин какой-нибудь, в труднодоступные места, где не ступала нога человека, но есть аэродромы, и исследовать небо, пролетая огромные расстояния не только на двигателе, но и на энергии природы. Итак, глубокоуважаемые любители канала «Мечта летать», такой у нас получился первый обзорчик. Не знаю, комом или не комом, я старался. Это было, как всегда, спонтанно. Мы проснулись сегодня утром, подумали, почему бы нам не сделать подобное. Тем более вопросы вы задавали. Во-первых, пишите, про какие планера, самолеты вы хотите что-то узнать. Естественно, все, что есть у нас в ангаре, мы обязательно обнюхаем. Почитаем про эту историю, потрогаем и постараемся рассказать максимально интересно об особенностях каждого летательного аппарата. Потому что технические характеристики вы можете залезть в интернет, посмотреть. А вот так вот мнение человека, который на этом много летал, оно, наверное, самое яркое и самое ценное. И это можно сказать и про, там, не знаю, буксировщик, на котором вот у нас клуб работает, про рекордный планер электрический, там, про самый легкий в мире планер там, с 70 килограмм весом. То есть про каждый можно узнать историю его владельца, который вот летает рядом с нами. То есть в этом ангаре хранится техника, значит, владельца мы отловим, сделаем с ним замечательное интервью следующее и разбор исследования его летательного аппарата. Пишите, самое главное, пишите в комментарии, делитесь эмоциями, потому что вот эта обратная связь дает нам очень много, и она заряжает позитивом для дальнейшего. То есть самое приятное читать комментарии. Вот я не скрою, что у меня утром и вечером кусочки такие, когда я там кто что пишет, отвечаю на вопросы. Даже вот просто вот там поднятый палец вверх, это всегда приятно автору, честно. Это стимулирует вам нас делать что-то и дальше, потому что мы видим, что это нужно. Так что будем продолжать. И смотрите интервью с Клаусом, оно в конце ролика. До новых встреч, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Смотрите в следующих сериях. Самый легкий планер на планете Земля. Смотрите. Оп! 70 килограмм всего, друзья.
Мы вдвоем Серегу его поднимаем. Смотрите в следующих выпусках. Ой. Всего лишь 70 килограмм. И вписываются в американские нормы, позволяющие летать без лицензии, так как у нас а-ля было 115, которое Росавиация благополучно запрещает. Пока, друзья, одним глазком посмотрите внутри, как красиво все. Тут сплошной карбон, причем очень высокого качества. Видите, там что, как большого плетения, самый-самый крепкий, который только бывает. И формы, на котором делался планер, это тоже там супер какое-то утверждение. То есть откуда-то 70 килограмм берется, оно берется оттуда, что... Ну и при этом он очень крепкий планер, на самом деле. И совершенно шикарно летает. Вот он меня удел в потоке, я с ним летал просто как щенка. Как щенка. Прилетел и только чпунь-чпунь. А я на своем 20-метровом и не угнался. Так что это совершенно волшебная машинка. Обязательно по ней тоже сделаем обзор. И все это в самом скором времени, в самом прямом эфире. Hello, Klaus. Hello, how are you? Fine, and you? Perfect, it's perfect. The best pilot in the world. Да, Серега? The second best pilot in the world. Only not good student. You know, he's the influencer of gliding, yeah? As we can say. Thank you very much. Yes.